Добрый день! Мы на этой неделе находимся в недельной главе КТЦ. И наша недельная глава самая насыщенная по числу заповедей. В ней 74 заповеди, 27 предписывающих и 47 запрещающих. Среди них Моше описывает: любую находку полагается вернуть владельцу. Мужчинам запрещено носить женскую одежду, женщинам мужскую. Нельзя засевать поле с семенами разных растений, пахать вместе на быке и осле, носить ткани из комбинации шерсти льна. Четырехугольная одежда должна быть, иметь на углах плетеные кисти нитей цицит. Детально приведенные законы, касающиеся запретных половых связей. Кто сужает деньги еврею, нельзя брать с него проценты. Меры и гири должны быть правильными, ими надо честно пользоваться. И еще, и так далее, и так далее. Эти заповеди охватывают разные области человеческой жизни. Многие из них определяют отношения между людьми и людьми. Но есть те, которые определяют, связанные со служением Богу. Есть тут, которые скажутся нам логичными, а которые нам покажутся нелогичными, встречаются, в которых смысл, которых трудно понять. Но тот факт, что Тора перечисляет все эти заповеди в одной главе, он не случайен. Что же объединяет их между собой? Ответ прост, и он очень поучителен. Все они заповеди Бога. Тора приводит различные, не связанные между собой заповеди, тем самым намекая, что мы не должны делить заповеди на более важные и менее важные, понятные, непонятные, логичные, нелогичные, на этом строить наши к ним отношения, а от этого и их соблюдение. Все заповеди в равной степени связывают нас с Богом. Поэтому ни логика, ни мораль, ни справедливость, а единственная причина, по которой мы соблюдаем Тору, это связь со Всевышним, которую обеспечивают заповеди. И это уже важнейший мировоззренческий урок и место для промежуточного лыхаема. И в прошлом году я остановился на этом, как это происходит, за счет чего мицва обеспечивает связь со Всевышним. Очень рекомендую послушать. И вообще всей прошлого года и этого все Двар Тора лежат на моем видео YouTube канале «Тора в поисках смысла». Сегодня я решил остановиться подробней, и это очень интересно увидеть и очень важно понять, как из одной заповеди, сформулированной в Торе, мудрецы в Талмуде и в последующие законоучители выводят наши законы, галаху и множество подзаконных актов. Вот, например, одна из заповедей Торы. Когда придешь ты в виноградник твоего ближнего, можешь есть виноград сколько твоей душе угодно, досыта, но не клади в твой сосуд. Тора говорит здесь о времени сбора винограда, когда работник собирает его в сосуды хозяина, работает на хозяина. И сказано в Сефер Ахинух, заповедь, когда она говорит о заповеди номер 576, один из корней этой заповеди – научить сынов Израиля, чтобы у них была красивая душа, доброе желание, и благодаря этому благословение Всевышнего осенит и одарит их. Я бы даже хотел тут процитировать. Они говорят: ведь действительно запретить работнику есть, когда он работает, и в это время хозяин радуется своему урожаю, которым благословил его Всевышний. Это свидетельствует о низости и очень дурном характере. И проклятие прилепится к плохим, а добро прилепится к добру, каждый к своему виду. Как в любой заповеди, и в это есть свои законы. И вот Хафец Хаим учит из одного из этих законов замечательный урок. Хафец Хаим – это автор огромного количества галахических трудов, автор комментария к целой книге к Шулхан Арух, называется Мишна Брура. Эти уточнения Шулхан Арух стали галахическими постановлениями, которым следует большая часть ашкеназских общин. Так вот, нет сомнения, мы получаем награды за часы молитвы, часы учебы, за выполнение заповеди, добрые дела. Всевышний не оставляет без награды ни одно свое творение, вознаграждает за каждое действие. А за еду и за сон – это же просто разрешенные, а не заповеданные действия. Однако интереснейшие вещи говорит Хафец Хаим. Указывает он на слова Геморы в трактате Баба Меция, что Тора разрешает работнику есть фрукты хозяина, как сказано, когда придешь в виноградник своего ближнего, ешь сколько угодно, чтобы насытиться. Но только во время работы, когда заканчивает Тора эту заповедь, но свои сосуды не набирай.
Но только во время работы набирай. Не набирай, чтобы есть дома. А каков закон, если работника наняли на работу на двух частях виноградника одного хозяина, и он закончил работу на одном и идет на другой? Ему разрешается есть по пути, ведь он продолжает выполнять ту же работу на хозяина. Но вот какое интересное расширение делает Хафец Хаим. Допустим, человек помолился и учил Тору сколько мог, но теперь ему нужно поесть и попить, пойти на заработки, поспать. Но все это только ради того, чтобы на следующий день встать и продолжить служить Всевышнему, благословенно. Получается, что все часы суток он находится на службе Творца и получает награду за все сутки. Вот это уже разрыв формата. Но учится все из нашего отрывка о работнике и винограднике. Подобную идею, говорит Хафец Хаим, мы находим в трактате «Шаббат». Если человек перенес ношу на расстояние 4 локтя в общественном владении, он нарушил шаббат. Известное правило, много раз говорили, ношу – это даже носовой платок, зубочистку, очки для чтения, даже вот так. Нарушил шаббат, если прошел 4 локтя. Но если он остановился посередине, то он не нарушил. Прошел сначала 2 локтя, а потом еще 2. То не нарушил. Если уже он остановился, чтобы поправить ношу, уложить ее поудобней, это не считается остановкой. Ведь остановка ради того, чтобы идти, это часть ходьбы. Улавливаете? В целом действие не считается прерванным, если мы остановились, но сделали что-то для ходьбы, например, уложили поудобнее ношу. А в случае действия запрещенного в шаббат, а именно переноса на более чем на 4 локтя, нам наоборот нужно прервать действие, прервать ходьбу, связанную с переносом. Мы должны так остановиться, чтобы это считалось именно разрывом. Подобно этому Хафец Хаим постановил в своей великой книге Мишна Брура, что человек, занятый рытьем могилы для умершего, освобожден от заповеди чтения шма и молитвы, даже если он остановился немного отдохнуть, поскольку это тот отдых ради продолжения работы. Теперь немножко перед следующий шаг. Шулхан Арух в разделе Орахаим постановляет, что те, кто пишут тфилин и мезузы, и их продавцы, тоже считаются занятыми заповедью и освобождаются от тех заповедей, которые помешают их в их работе. Мишна Брура приводит слова Маген Авраама, что хотя они и зарабатывают на этом, но их главный настрой – ради небес. То есть, чтобы обеспечить людям, которым это необходимо, святые тексты в срок. Они могут остановиться поесть, и это будет продолжение выполнения заповеди написания мезузы. А вот если главным образом он думает о заработке, то они уже не называются занятыми заповедями. И вот мы логично и плавно перешли от темы прерывания действия на тему во имя небес и не во имя небес. Но уже скоро нам станет понятно, что это связанные темы и имеют один и тот же базис, заложенный в нашей заповеди про работника и виноградника. В Талмуде в трактате Псахим сказано, что тот, кто дает монету на цдаку, чтобы его сын выздоровел, считается абсолютно праведником в этом своем деле. И не говорят, что он сделал это не ради небес. Он выполнил заповедь Творца, который повелел ему давать цдаку. И при этом имеет в виду и свою пользу, достоинство будущего мира, или чтобы его сын выздоровел. Он все равно делает это во имя небес. Мишна Брура приходит к выводу, что если мы знаем, что человек желает лишь заработать, его нельзя называть занятым заповедью. Но все же, говорит он, мне видится, что если его цель на одинаковом уровне и заработать, и помочь людям, его можно назвать занятым заповедью. Подобно тому, что постановляет Элиягу Раба, что если человек трубит в шафар и с целью научиться трубить, то есть с личным интересом, и одновременно с целью выполнить заповедь, трубить в шафар, то считается, что он выполнил заповедь. Кстати, сейчас в синагоге каждый день утром трубят шафар, и это заповедь по мудрецам, подготовка к Рош ха-Шана. И я настоятельно рекомендую всем каждый день слушать шафар в месяц Элул. Шулхан Арух в разделе Орахаим требует во всем, от чего человек получает удовольствие в этом мире. Его целью должно быть не собственное удовольствие, а служение Всевышнему, благословенно. Как сказано, на всех своих путях познавая его. Но такой, кажется, на первый взгляд,
уровень очень высокий и недостижим. Но сформулировали мудрецы чуть доходчиво. Я тоже процитирую. «Пусть все деяния твои будут во имя небес, а именно даже действия, не связанные с заповедями, такие как есть, пить, идти, сидеть, вставать, разговаривать и удовлетворять все потребности тела, будут направлены на служение Творцу или на подготовку к служению. И тот, кто так себя ведет, служит Творцу постоянно». Но если человек имеет в виду одновременно и то, и другое, и наслаждаться едой, и получить от него силу, чтобы учить Тору и выполнять заповеди, и отдохнуть, поспать, и стать свежим и бодрым для служения Всевышнему, то все-таки он будет называться занятым заповедью. Нет здесь прерывания в выполнении заповеди, и нет прерывания в служении Всевышнему. И так постановляет великий автор Мишны Брура. И все это мы смотрели разные стороны, вытекающие из все той же нашей одной заповеди, которая говорит: если ты войдешь в виноградник твоего ближнего, можешь есть виноград сколько твоей душе угодно, досыта, но не клади в твои сосуды. Но как это возможно? Как возможно, чтобы в одном предложении было столько смысла? Это возможно потому, что Тора – это продукт высшего разума. Ее передал нам Бог, и эти заповеди, в том числе те 74, которые перечислены в нашей недельной главе Китеце, это инструмент нашей связи с Ним. И поэтому так важно сейчас, уже всего за 19 дней в месяце Элул до Рош ха-Шана, для получения хорошего приговора на следующий год, вплотную начать связывать себя с Богом. И как это уже делают с начала месяца Элул, я желаю вам шанатова, ктива вэт хатиматова, и остаемся и дальше в поисках смысла.